Друзья, всем привет! С вами я, Валентин Медведь, мастер музыкальных инструментов, который называется флейты окарины. Вы находитесь на канале мастерской этнических ремесел «Степной дух». И у меня сегодня для вас обзор вот такой окарины. Она небольшая, настроена в тональности ля диез, стройню миксолидийский лад и ее звучание. Миксолидийский лад – очень интересный строй, у него есть некоторые фишечки. Если играть от второго отверстия, я специально убираю палец с первого, гамма играется вот с правой руки. Вот, если играть от второго отверстия, то получается у нас минорный строй. Если играть от первого отверстия, то у нас фактически получается мажорный строй. А если не открывать четвертое отверстие, вот это, и играть также от второго, то получается у нас фригийский мажор или же арабский строй. То есть фактически, вот как видите, да, 4 отверстия, значит 5 нот. Первая нота, вторая, третья, четвертая и пятая. Это фригийский мажор. От второго отверстия играя, это получается у нас 6 нот минорного строя. Ну и от первого отверстия, если играть, когда все закрыты, то получается у нас мажорный строй, который в данном случае ля диезу соответствует. Ну и, собственно говоря, в чем же отличие миксолидийского лада от натурального мажора? В том, что последнее отверстие, оно на полтона ниже. И вот это вот, благодаря этому, у нас получаются вот такие вот возможности и такие фишки. Если понравилось вам видео, была полезная информация, которую я вам рассказал, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и следите за выходами новых роликов. По поводу того, каким образом и как можно приобретать мои инструменты, вы можете эту информацию увидеть в описании к этому видео. Всем прекрасного настроения, хорошего расположения духа и до новых встреч на моем канале. Всем пока!